Есть что показать и предложить губернатору. Станислав Воскресенский начал рабочую неделю с посещения комбината строительных конструкций. КСК поставляет железобетонные и бетонные изделия компании «Дымов» для строительства животноводческого комплекса в Гаврилово-Посадском районе. К слову, именно губернатор настаивал, чтобы инвестор пользовался услугами местных предприятий. На самом деле, приход компании «Дымов» в наш регион, а именно размещение заказа на нашем производстве, дало серьезный толчок развитию. Это дополнительные рабочие места, это дополнительная реализация и социальная нагрузка, и налоговые выплаты и так далее. Выпускаемая продукция используется КСК для строительства собственными силами. В месяц возводят 2500 квадратных метров жилья. В прошлом году разработана технология строительства малоэтажных панельных домов. 8 таких уже появилось в поселке Хребтово. Их готовят к реализации. В настоящий момент домик площадью 100 квадратных метров и стоимость земельным участком 3,5 миллиона рублей. Это что приравнивается к цене с двухкомнатной квартиры. Сколько там метров? Для социальной. 100 метров общая площадь каждого домика. Двухэтажный домик. Все дорого получается. Дорого. Вот мы как раз сейчас буквально на днях общались с политехом, как бы сократить. Руководство комбината строительных конструкций обратилось к губернатору с предложением, которое даст положительный эффект для всей отрасли. На заводе постоянно происходит контроль качества бетона. Нужно этому процессу придать масштабности. Совместно с нашей лабораторией и с лабораториями политехнического университета хотели бы организовать вот этот центр по проверке качества продукции, который попадает на Ивановский рынок, и эту работу вести на безвозмездной основе с целью показать, что продукция, которая должна входить в наш регион или производиться у нас в регионе, должна быть максимально высочайшего качества, чтобы этого не было. Я с вами согласен, Сергей Михайлович, потому что мы сейчас работаем активно по подрядчикам, чтобы все нормально работали. Там со всей цепочки сбоя и с техническими заданиями, с заказами, с конкурсами. Но, безусловно, важно не только сами строительные работы, но и качество тех материалов, которые используются. Сергей Михайлович, если коллеги готовы такую лабораторию организовать не только для себя, как я понял, а для предприятий нашего региона, для нас как заказчика, это, я думаю, что будет полезно. Мы наладим сотрудничество. Есть у КСК и предложение по решению проблемы дольщиков других компаний. Подчеркивают, что все клиенты холдинга свои квартиры получают в обозначенные сроки, и обманутых нет. У нас есть предложение реализовать 2 земельных участка для строительства квартирных домов с целью, как Сергей Михайлович вам уже доложил, предоставить или квадратные метры, или денежные средства. Нет, смотрите, мы в режиме абстракции не работаем, а в режиме конкретики. Не вообще готово. Покажите конкретно, о каких земельных участках идет речь, и сколько квартир, как. Давайте доведем дело до конца и потом доложим. Да, я такими абстракциями не работаю. Мы должны, действительно, у нас проблема это острая. Мы частично ее закрыли в прошлом году для тех, кто пострадал от СУ-155. Но у нас еще много других объектов, к сожалению, не СУ-155, в котором мы сейчас работаем. А из конкретного и наглядного – контейнерная площадка, разработана совместно с департаментом ЖКХ. Выглядит добротно и цивильно. Губернатору понравилось. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.